дополнительное время, чтобы протестировать информационную систему. Эксперты же говорят, что дело в отсутствии должного финансирования. Все дело в кризисе или имеются системные проблемы? Александр, как вы считаете? Это вопрос качества планирования проектов и, соответственно, их исполнения. В принципе, надо понимать, что в России не так много примеров организации платных парковок. В общем-то, может только опираться на Москву, которая была первым проходом. Поэтому